краткий перевод сделаю всего, что говорит президент. Ну, два слова вступления. После длительной болезни президент вернулся в строй. Вот последние 3 дня он видео за видео передает в мастерах в чате информацию о том, что делается сейчас. И самое главное, его идея – создать университет ID Identification. Об этом было объявлено еще год назад. Цель какова? Мало того, что дать возможность обучаться подрастающему поколению в этом университете в различных направлениях, но создать базовый центр программирования и развития тех стартапов, идей, которые есть в голове у нашего президента, а также по совместительству, по партнерству с другими компаниями. Мы имеем определенные начинания, которые хотелось бы довести до соответствующего, не стартапа, а соответствующего уровня, чтобы работали проекты долго. Вот те, которые гуляют сейчас тексты по структурам, это тексты, которые он пояснял кое-какие свои видео. И там он писал, что не хватило интеллектуальной мощи у команды для разработки устойчивой программы для нашего обменника. То есть, ну, какие-то ошибки, баги выдавала программа, они приняли решение купить ядро обменника очень серьезной компании для того, чтобы каждый из партнеров имел защищенный свой бэк-офис на этой бирже и в дальнейшем не волновался о своих средствах. Поэтому компания пошла на серьезные затраты и купила ядро. И поэтому у нас сейчас объявление идет неделя за неделей. Вот сейчас объявление о том, что происходит последние 2 недели. И президент в своем послании говорит, что ближайшие 75 дней для компании будут очень важны. До сентября запуск идет инструмента одним за другим. В этом видео президент говорит, что это университет. Его личные договоренности с университетским руководством о том, чтобы по согласованию всех протоколов вот в ближайшие дни уже заключительная стадия подписания договоренности, этот университет будет принадлежать, ну, видимо, акции какая-то доля ID Identification. Для чего это делается? Не только для того, чтобы дать возможность, видимо, через сети ID Identification, видимо, будут какие-то, я знаю, промоушены, что они там решат дальше делать по поводу обучения молодежи в странах Латинской Америки. Это их база. Но для международного сообщества нашего очень важна университетская база для создания в дальнейшем своей команды суперпрофессиональных программистов для того, чтобы работать над стартапами, над всеми этими проектами, которые на сегодня уже имеют какие-то шаги в жизни, либо будут только далее развиваться. Это очень важный шаг, и на базе этого университета бесконечное обновление и расширение программ, которые будут доступны у нас в бэк-офисе, это программа, которую он давно задумал, и сейчас она уже в стадии реализации, как и много других побочных программ, которые за последнюю неделю сейчас стартовали уже. Теперь по поводу университета. 168 лет истории этому университету. Это много. Рио-де-Жанейро имеет свое имя, имеет свои традиции, и президент говорит, что вот там, показывая на макете, 3 здания, большие здания, это костяк, так сказать, основная база университетская. Все вот это в ближайшее время это будет иметь название ID Identification. Meus sócios, meus masters, meus líderes, eu tô aqui, vou aproveitar, eu tô aqui na universidade e vou mostrar para vocês. Aqui é a maquete, que aí dá para ter a dimensão do tamanho da nossa universidade, ok? Vendo? São 3 blocos, tá? Agora dá para vocês verem na plenitude, é exatamente aqui à frente, vamos para frente aqui. É exatamente assim, localizada no centro do Rio de Janeiro, mas vou falar um negócio para vocês. Não é maquete, não, porque esse prédio, esse edifício já tem 168 anos, tá? Eu, inclusive, aquilo ali que é a maquete, eu tô dentro de um dos blocos, tá bom? E que a partir de quando chegar a nossa equipe aqui, que estão chegando para fazer o start no Brasil, isso se chama Universidade ID Identification, tá? Beijo no coração a todos. Fiquem com Deus. Juntos somos mais fortes. E nada, nada mesmo. Resiste ao trabalho. Saúde e força. Global Star Club. Возможности безграничные.